определить. У нас этого, конечно же, нет. В нашей стране, к сожалению, очень-очень мало. Не знаю, в Москве катастрофически мало. Я уже не говорю, а вообще... И, конечно, нужно начинать, вот, наверное, развитие вот этого... Вот, помните, как у нас в свое время были кружки, клубы какие-то? Вот сейчас все это пропало. И нужно начинать это все вот еще с дворового спорта. А, уже радует, что есть фитнес-клубы, но не у каждого человека есть возможность заплатить за... Там, пойти в этот фитнес-клуб. И... Для здоровья. Я не хочу говорить о большом спорте, потому что это, конечно, немножечко уже, это не совсем всегда в пользу. А вот так вот, я считаю, что каждая семья должна обязательно выходные дни проводить на воздухе, на природе, с детьми, ходить, ездить на роликах, велосипедах, общаться. Это укрепляет здоровье, это показывает нашим детям, что...